Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить кексики. Их очень быстро и просто приготовить. Поэтому я вчера готовила полпорции. Очень мне понравилось. И хотела бы сегодня с вами тоже поделиться этим рецептом. Итак, поехали готовить. Значит, нам понадобится 2 яйца. Разбиваем. Так как мы делаем полпорции, я взяла небольшой ковшик. Отправляю туда 2 яйца. Немного нужно взбить. Как пошла пенка, пузыречки, то уже можно добавлять сахар. Добавляем полстакана сахара. Я добавляю где-то 2,5 столовые ложки сахара. И пол ложечки. Ложка у меня не такая уж и большая, не глубокая, но тем не менее этого достаточно. Итак, теперь взбиваем яйца с сахаром. Итак, вот я взбила яйца с сахаром, где-то вот минутка у меня на это ушло. И сюда я добавляю кефир. Это у меня обычно прокисшее молоко, полстакана. Здесь я взяла полстакана, но для вас я измерила, то есть здесь у меня получилось 123 грамма кефира. Так, я взяла с холодильника, он холодный, я его греть не буду. Я сразу добавляю к нашей яичной смеси. Еще раз повторюсь, что я делаю полпорции, поэтому у меня ушло полстакана. Так, и добавляю сюда растопленный маргарин. Вот я его уже растопила слегка. И в растопленный маргарин я добавлю буквально чуть-чуть подсолнечного масла. И все это отправляю в яичную смесь. Значит, маргарин у меня 100 грамм. Это на полпорции. На полную порцию вам понадобится 200 грамм. Итак, слегка вот так перемешаем. Можно добавить, кстати, еще ванилин. Ванилин я добавлять не буду. Так, и в заключение нам осталось добавить муку. На пол порции нам понадобится 2 стакана муки. Значит, я вот так вот беру муку. Нам понадобится сода, пол чайной ложки. Вот, пол чайной ложки. Я отправляю прямо вот так в муку. Чуть-чуть ее так смешаю с мукой. И уже добавляю, я не меряю, то есть 2 стакана, это по моим подсчетам, 1 стакан это 4 столовые ложки. Значит, добавляем 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Значит, добавили пока 7 столовых ложек. Итак, перемешаем, потом посмотрим. Значит, смотрим на тесто. В общем-то, добавляем и еще 1 столовую ложку муки. Значит, в итоге у меня ушло 8 столовых ложек. Мешаем. Все.
Значит, забыла сказать, что духовку я уже включила, она у меня уже разогревается. Так, муку мы убираем, она нам не понадобится. Значит, я приготовила силиконовые формочки. Формочки смазывать силиконовые не нужно ничем. Теперь берем ложку и ложкой будем отправлять в наши формочки. Я очень рада, что я купила такие формочки. Они очень-очень удобные. Жалко, что я купила всего лишь 5 штук. Так, еще есть у меня... Я хочу в этот раз попробовать вот такие вот. Я специальные формочки покупала для Рафаэла. Получились, кстати, Рафаэла очень вкусные тогда у меня. Вот такие небольшие, не маленькие. Специально деткам я хочу сделать. Попробовать. И вам тоже покажу, что получится. Вот так вот. Значит, наполняем наши формочки. Здесь у меня 50 штук. Я их, помню, покупала за 55 рублей, если не ошибаюсь. Они вообще недорогие. Так, ну что. Наполняем наши формы. Это вот так вот. Это у меня десертная ложка. Поэтому вот одна столовая ложка вполне хватает. Итак, вот я наполнила формочки. Сильно формочки наполнять не нужно. Вот. И сейчас я их отправляю в духовку. Духовка разогрета у меня до 180 градусов. Где-то на минут 20-25. В прошлый раз они вот такие формочки в силиконовых формочках, они у меня выпекались где-то минут 25. Поэтому каждый опять же смотрит на свою духовку. Ну и все, отправляем в духовку. Итак, друзья, вот такие кексики получились. Вот. Вот такие они в формочках. Они очень легко берутся. Их можно взять. Вот они сами прям выпрыгивают оттуда. Они сейчас очень горячие. И вот такие маленькие кексики получились. Даже можем один достать аккуратненько. А, горячий. О, горячий. В общем, очень горячие. Вот такие кексики для детей очень будет удобно. И да, и им очень интересненько. Давайте лучше большой. Посмотрим, что там внутри. Вот такой кексик у нас получился. Очень быстро и очень просто. Можно их посыпать сахарной пудрой и уже подавать. Итак, всем приятного аппетита, кто меня смотрел и слушал. И советую попробовать сделать дома этот рецепт. Очень быстро и просто вы также приготовите такие кексики. И всем пока-пока. С вами была Ния.